Стальные мышцы, бетонный пресс, красивые девушки и сильные парни. Уже в эти выходные в Краснодаре пройдет 43-й фестиваль силовых видов спорта «Самсон». Лучших из лучших будут выбирать в армрестлинге, бодибилдинге, полденсе, воркауте, армрестлинге и еще десятки других дисциплин. Но за идеальными формами стоят годы тренировок и серьезная подготовка, не только физическая, но и моральная. В закулисье «Самсона» отправилась Вероника Веретенникова, мечтающие когда-нибудь выйти на подиум и поиграть мышцами. Уважаемые телезрители, хочу поделиться своим маленьким желанием. Я очень давно хотела начать заниматься фитнесом или бодибилдингом. Наверное, пришло время. Вот, я не подворотни, не подумайте, я около зала «Самсон», где готовят победителей чемпионата по бодибилдингу. Ну что, посмотрим? У кого бицепсы больше, а трицепсы сильнее, выделить невозможно. На 50 квадратных метрах зала концентрация мощи и одновременно грации просто зашкаливает. Один из главных претендентов на звание абсолютного чемпиона «Самсон-43» Игорь Зяблицкий говорит, к железу и тренажерам пристрастился еще в детстве. Мне это вспоминается как телостроительство. То есть как скульптор своего тела. Ты можешь себя улучшать постепенно. И мне вообще не интересно, сколько у меня подписчиков в Инстаграме. Мне вообще честно, все равно, кого я мотивирую. Мне это абсолютно по барабану, как я скажу честно. Я занимаюсь ради себя. Голова кругом от всех снарядов. Вот, например, эта штанга, которая весит 220 килограмм. Но она собирается, на самом деле, много-много блинов. И ее очень сложно поднять. Но я сейчас все-таки попробую. Каблуки и рубашка, форма одежды совсем не подходящая. Но я же должна прочувствовать, к чему готовлюсь. Что мне нужно делать? Позицию приняли, да? Опустились. Чуть-чуть подсели. Чуть-чуть подсели, голову подняли, смотрим вперед и пытаемся поднять. Это очень сложно, ребятки. Я не могу поднять. Тем не менее, если вы думаете, что бодибилдинг – это не женский вид спорта, вы ошибаетесь. Тяжело, но необходимо соблюдать дыхание и технику, и тогда вся нагрузка пойдет туда, куда нужно, именно в те мышцы, которые я сейчас качаю. В свои 23 Анжела Сергичева в отличной физической форме имеет ряд наград фитнес-категории. Секрет успеха – строгий режим, силовые нагрузки и сон по графику. А главное – диета. Ее, кстати, можно нарушить раз в две недели и даже съесть бургер. Восторженный взгляд Анжела ловить привыкла. Впрочем, как и Виктория Цатурян. Каблуки 12 сантиметров, яркий макияж и идеальный загар. Девушка отрабатывает позинг. В эти выходные она будет бороться за награды в категории фитнес-бикини. Качать мышцы, может быть, ума много и не надо, но чтобы довести их, сделать качественными и все это согласовать с диетой, там, режимом питания, тренировок, ну и вообще со своим образом жизни, это надо иметь, конечно, голову на плечах. Вот, потому что глупый человек вряд ли добьется таких результатов. К сожалению, сегодня я не тренировалась. Я пришла на экскурсию в мир железок, металла и небывалой силы, как мужской, так и женской. Но я надеюсь, что уже скоро, совсем скоро, я вам обещаю, я приду себя приводить в настоящую физическую спортивную форму. Вероника Веретенникова, Артем Тумарь, специально для телеканала «Краснодар».